Итак, мои уральские друзья, Ассоль, Садовые заботы, Екатеринбург, прислали мне на тестирование свою замазочку вот такую. Называется Садовые заботы. Значит, на данный момент мне что известно, отличительные особенности ее от других замазок. Это можно работать при температуре от минус 5 градусов. Хорошее сцепление с раневой поверхностью. Натуральный компонент. Состоит она из ланолина. Вот я в Википедии ознакомился, что у нас такое ланолин. Значит, есть фунгицидная добавка, растостимулирующая добавка. Наносится тонким слоем. Ну и отличительная особенность — это два цвета. Это вот такой у нас серенький цвет и вот такой светлый цвет. Значит, Ассоль пояснила, что наносится она руками. Вот можно руками ее брать, наносить тонким слоем. Вот, ну такая она. И желательно, как Ассоль сказала, надо брать столько, сколько на ран, ну, на рану нанести, чтобы это не возвращать. Ну, чтобы если там какие-то инфекции есть на ране, чтобы сюда в баночку не занести. Вот такие баночки ко мне пришли с деком. Вот, вот так они все были подписаны. Ну, вот темная замазочка. И здесь у нас светлая замазочка вот таких баночках. Вот сейчас у нас как раз намечается большой объект по обрезке, и мы на ранах будем использовать эти два вида, обе замазки, и такой, наверное, цвет просто у нас, ну, с декоративностью связан, и тем поработаем, посмотрим, как это себя будет вести, как это будет летом выглядеть, как раны будут зарастать, потому что нам нужна компартментализация наших ран, чтобы у нас раны начали затягиваться. Так что вот так вот. А ланолин, вот в Википедии можно почитать. Натуральный шерстяной воск, живой воск, получаемый при вываривании шерсти овец. Но я не знал такого. Так что все, берем в работу. У нас сегодня 19 марта. И начнем работать и писать наши отзывы и наши ощущения. Обзорчик. Вот так вот. Все, всем до новых встреч. Первый отзыв о вот этом креме для ран от Садовых забот. Хорошая пластичность, хорошо наносится. После него рука не липкая, ну, такая нет, что надо что-то отдирать, оттирать, отдирать и так далее. Прям пластичность сумасшедшая. Вот, хороший цвет, приятный, прям хорошо ложится, так это ран практически не видно. Вот, покрывается, хорошее покрытие, и что супер, хорошо работает пока при легких плюсовых температурах. То есть сейчас у нас вот, например, в Казани там плюс 2, плюс 3 градуса, работает супер, хорошо ложится, все отлично. Так что будем дальше вот тестировать вот такой с фунгицидом крем-лак для этого, для ран наших от Садовых забот. Друзья, вот мы имеем сорт груши, любимица Яковлева. Значит, в прошлом году произошла формирующая обрезка у данной груши. Это первое. Сегодня у нас 19 марта 2022 года. И мы приехали на корректирующую обрезку. И, соответственно, проверить нашу обрезку, наши раны. Использовали мы для замазку Садовой заботы на основе ланолина. Вот обратите внимание, как она действует, как раны затягиваются, образование раневых тканей, смотрите, все очень хорошо. Вот тут обратите внимание, как происходит зарастание ранки, видите? Вот тут, а вот тут обрезка была чуть неправильно сделали, видите, оставили пенечек и сразу здесь у нас раневая ткань образовывается, а тут ее уже нету. И сейчас мы вот это подшлифуем, вот так снесем вот это все и, ну, исправим обрезочку, и будет все хорошо. Вот так вот действие у нас замазки Садовой заботы на основе ланолина. Ну, результаты лучше, чем, например, использование того же лак-бальзама. Вот. Вот, видите. Так что так вот. Сейчас мы продолжим работать.